пока европейские чиновники обсуждали беженцев, по улицам Брюсселя прокатились акции против подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и США. Полиция задержала более 100 митингующих, которые пытались перекрыть доступ к зданию, где проводился саммит. Их скручивали и усаживали на землю. Добавлю, что против подписания этого соглашения, судя по некоторым опросам, выступает большинство европейцев, считая его кабальным.